Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на гифт-дропчик. У меня на балике 7018 рублей. В прошлом видосе мы дошли до балика 27 тысяч рублей. У нас там было 22 тысячи. Мы сделали плюс 5 тысяч рублей за видос. Причем сделали каким-то чудом. Мы там чуть ли все не слили вначале, потом камбэкнули, попытались вывести наклейку Титана. Она у меня не вывелась, потому что ее не было на кейс-маркете. А в итоге решили еще попытаться подняться. Опять слились. Потом, короче, еле-еле каким-то чудом вышли в плюс 5 тысяч рублей. Было очень много падений и подъемов, так сказать. Но я решил потом еще покатать вне ролика, пооткрывала много дорогих кейсиков, но и в итоге у меня на балансе осталось 7000 рублей. Сегодня мы поднимаемся с этого баланса, и надеюсь, мне гифт-дропчик будет выдавать куда лучше, чем вне ролика, и куда лучше, чем в ролике, на самом деле. Потому что мы там хоть и подняли 5000, это неплохой результат, но столько нервов было съедено, потому что, ну там прям реально был какой-то сюр иногда происходил. То мы открываем дорогой кейс и ничего не выбиваем, то мы с дешевого выбиваем x100 цены. Короче, ладно, давайте со старта сейчас откроем какой-нибудь галактический кейс, 5 штучек на 1000 рублей. Давай, в идеале меня прям в начале окупать. Так, оксидная... Не, ну, кстати, ну, скорая стая неплохо, наверное. Но мне кажется, не окупает. Открыл на 1000, выбил на 552. Не окупило. Давайте еще 5 штук попробуем. Может, сейчас со второй пачечки окупит меня. Давай, давай, давай. Вот это уже лучше, Кортисера. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Кортисера, дорогая, я прав? Да, 1800. Мы 3000 выбиваем. Выходим с этой пачки в плюс 2000 рублей. И на балике у нас уже 8927 рублей. Мы со старта видоса поднимаем 1000 рублей. Не жесткий плюс, но самое главное начать видос в плюсе, ибо вы все знаете, как ролик начнешь, так его и закончишь. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на гифт-дропчике, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 40% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. Скиваться, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1400. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также получите 30 токенов события, на них можете зайти вот сюда, вот участвовать, нажать и поубивать халяву из вот этих вот уровней. У меня, кстати, за прошлый видос накопил 120 этих токенов, давайте с них поубиваем халяву. Так, сувенирный Т9 латунь, дальше открываем, мне хватает же, да, так, МАК-10 пассажир, на последний уже не хватает, сколько эти две шмотки стоят? Вот на халяву выбил 2000, просто 2000 рублей с этих токенов на халяву выбил, ну вы понимаете, да, то есть вот этот ивент, с него реально можно хорошо окупаться. Также у них вышла обнова, кейсопад, вы можете зайти, посмотреть, как это работает, ну короче, в общем, за депы вам дают открыть бесплатные кейсики, и отсюда можно тоже неплохо так забрать скинчиков. И еще плюс есть просто бесплатный кейсик, где тоже за депы дают халявные скинчики, короче, ну халявы на сайте правда много. И если вы регистрируетесь по моей реферальной ссылочке в описании под видео на гифт-дропчике, вы лутаете на сайте 2 доллара абсолютно на халяву. Просто старта, если зарегались по моей реф-ссылочке. А, ладно, полетели дальше, покатаем. Так, давайте сейчас попробуем Илон Маск Кейтс. 4 штучки, нет, 4 не получится. Давайте 3 штуки на 1500. Так, черный лотос и статрек по 90 сцепления. Ну, вроде так себе, да, 293 рубля. Это прям слабовато, а если 5 штук на 2500 попробовать? Хоть и при моем балансе на такие суммы лучше не открывать кейсы, но я хочу попробовать. Но не, дерьмо падает, вот этот кейс что-то плоховато выдает. Хорошо, давайте сейчас тогда продадим и попробуем открыть что-нибудь более дорогое. Например, Гейб Кейс, просто одну штучку за 2000. Татрек Негев, тра-та-та. Тра-та-та! Ты чё, какой тра-та-та? Ладно, хорошо, хорошо. Хорошо, давайте YouTube кейс, мы же записываем видос на YouTube, то 10 штучек на 1500. Ну чё, YouTube кейс мне будет хорошо выдавать? Мейнфрейм, перестрелка, да нет, что-то, кстати, как-то, да не знаю, ну может окупил, конечно? Не, 700 рублей не окупил, давайте еще 10 штук. Давай, давай, может быть Дигл, да не, ну Дигл не долетит, ну что это, ну что это? 698, что-то нас гифт-дропчик начинает понемногу сливать, честно, неприятненько. Давайте попробуем сезонный кейс, осенний, 3 штуки на 1800. Ну давай, статрек протравленный, МП7 кровавый спорт, скар, да мне кажется дерьмо. Ну да, 1100, еще 3. О, родной, можешь мне выдавать что-нибудь нормальное, пожалуйста? Трек ССГ горячечные грезы, параллакс. Ну как будто вот горячечные грезы ССГ, да нет, 926. Так, хорошо, на балансе у нас 3657 рублей. Надо сейчас как-то включить голову и придумать, как окупиться. Фортуна кейс, вот этот кейс на самом деле мне хорошо раньше выдавал на гифт-дропчике. Давайте его откроем, 3 штуки. Может быть этот кейс меня сейчас прям порадует. Ну кстати, как будто неплохо, топливные инжекторы, прощальный оскал. Ну, я не знаю, наверное, нет. Ну, 1014, да. Так, хорошо, 3300 на балике. Может быть, у нас в ивенте сколько накопилось? 38, а до следующего надо 50. Еще надо долго ждать. Куриный кейс, 3 штуки на 1100. Давай, родной, ну надо. Ну, что ты выдаешь? Ну, что это за ледниковые... Что это за ледниковое покрытие? 200 рублей. Охренеть, на балике 2400. Мы в дерьме, мы в дерьме, мы в дерьме. Twitch кейс, 5 штук на 740. Быстро. 400, спасибо. Еще 5 на 700. 318. Так, на балике 1661 рубль. Короче, галактический... Не, галактический, мне кажется, не надо открывать. Он меня сливает жестко обычно. Таро, кейс. Одну штуку быстро давай. 278. Но зато токены выбил.
478 еще. 3900! Найс! Слава тебе, господи, мы хоть что-то выбили жесткое. Наконец-то пошел камбэк. Но надо еще что-нибудь жесткое, давай. 5400! Найс! Что это за кейс? Почему он так хорошо выдает? А если 3 на 1500? Мы сейчас камбэкнули все и вышли в плюс на 2000. Просто благодаря этому таро кейсу. Это просто чудо. Тусфери, не, ну за 3, но он уже очень много выдал. Я понимаю, он до хрена выдал, больше уже просто не должен. Нормально, а по токенам 43, надо еще 7. Так, ладно, ладно, неплохой камбэк. Я уже реально расстроился, думал, будем заканчивать ролик тем, что сольем весь балик. Но в итоге все-таки начали камбэкать. Давайте сейчас Open Gamer, 3 штуки на 900 рублей. Так, стантрек, бронзовая декорация, дигл, поджигатель, красный питон. Ну, так себе, по ощущениям, да, 407 рублей. А если 3 быстро, может надо быстро открывать кейсы? Да не, быстро тоже не выдает, но подформили эти токены. Можно еще 3 быстро. Здесь токены падают неплохо. Но что-то сейчас не выпали, еще 3. Но токен выпал. 1200, кстати, даже окупил. Да, давай еще. Еще токен, но не окупил. Так, сколько? Я просто никогда не считаю, а захожу, просто смотрю. 47, еще 3 токена. 3 токена надо, и мы откроем еще одну халяву. Давайте попробуем гейп кейс, одну штуку за 2000. Так, 2 выбили, ну, бля, такое дерьмо. Еще один. Ну... Токены выбили, но балик слили очень сильно в этом габене кейса. Давайте участвовать, и мы откроем уровень, у нас 52 токена. $12 на балик, это сколько получается сейчас у меня будет? 5000, ну приятненько, приятненько. Плюс 1200 рублей, в любом случае приятно. Так, а если гламурный кейс, одну штуку за 1100, быстренько. 800, еще одну быстро. 261, плохо, еще один. Мой гламурный кейс тоже кейс, который обычно хорошо выдает. Ну что-то сейчас вообще нет. Ну, пожалуйста, ну, мужик, ну, ты же можешь, ну, ты можешь выдать, я знаю, давай. Давай, вот, нет, больше не могу, на балике 1100 рублей, ну, мы уже все камбэкнули почти. Чат GPT, 5 штук на 1000. Так, М-ка 1800, отлично, М-ка 1800, стоит еще 5 быстро. Так, тут уже, к сожалению, ничего не окупает, мы еще токенов подфармили, давайте посмотрим, сколько мы нафармили. Мы 17, а надо 60, ну, нет, до хрена надо. Так, хорошо, давайте сейчас надо порисковать. Золотой кейс, 5 штук на 1100, быстро, 5. Так, 811, так себе, еще 5. 420, отвратительно, еще 3. Да, на балике у нас все меньше и меньше. Может, сейчас камбэкнем? Ну, найс, 2 красные линии! Нам 2 красные линии падают на 10400, чего? Я 600 рублей на балике, мы с последних 3 кейсов камбэкаем. Так, продаем, пацаны, на этой прекрасной ноте будем заканчивать видос. Мы сегодня подняли плюс 3000 рублей к балансу. С учетом, что мы камбэкнули 600 рублей до 10000 буквально за 3 кейса. Это прекрасный результат, и уже лучше будем заканчивать видос. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покупать на гифдропчике, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 40% к депозиту. Например, депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1400. Вы со старта будете в хорошем плюсе. И еще получите при этом 30 токенов событий, что тоже очень приятно. А также не забывайте про их ивент, про кейсопад, про бесплатные кейсики. Короче, халявы на сайте много. Если регаете по моей ссылочке в описании под видео, то лутайте на сайте $2 абсолютно на халяву. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика. Я считаю, за такой видос 100% можно. Вот эти 2 красные линии на 10000 рублей с последних 3 кейсов. Мне кажется, только из-за этого я уже заслужил и лайк, и подписки, и комментарии. Потому что ролик получился крайне интересным. Все, парни, всем удачи, всех люблю.